аккуратно, аккуратно, за что шпагат не сели, здрасте. Все нормально, а точно? Можем быстрее, пожалуйста? Да можем, секунду, просто вы меня аж напугали. Пристегнетесь? Да, 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 я на ходу, я успею. Это вы сейчас... А что, 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 что случилось? Мы можем побыстрее, нет? Ну, можем в пределах движения. А что случилось-то у вас там? Такое прям жесткое. Меня, я моделью, я работаю моделью, у меня да. съемки, и это просто, я не знаю. Ну, так у меня и уже что? Все. Опаздываете? Да не то слово, я мало того, что опаздываю, у меня еще фен сломался и... И чего? Немножко не досушили, сопельки получились. Смешно, да? Ну, не... Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Нет, я как я просто вижу, да? Я как мужчина могу вас понять, у меня у самого как бы женщины в доме, жена и две девочки. И они как бы, ну, имеют волосы, и я понимаю, что это значит. Я да. ну, прекрасно понимаю. Поэтому вы не переживайте, что вы. Хотите, я вам окно открою, вы его голову высунете, у вас ветер будет сушить волосы. Все, шучу, шучу, ладно. Очень смешно. Да ладно, я, ну, не переживайте вы так. У меня съемка, это работа, мне за это деньги платят, у меня задача выглядеть красиво, вот у меня макияж сделан. Давайте я вам вот уберу даже, чтобы солнышко вам не светило. Спасибо. Глаз. Да, то я сейчас щуритесь, еще заплачете от солнышка. Ну, хорошо, и что, ну, так может быть есть чем высушиться? А, у вас уже по времени? У меня сломался фен дома, блин. У меня нету фена, я не знаю, есть там вообще фен, нету фена. Я... Вот это будет чем, очень хорошо. Чем вам... Как вас отвлечь от этой... Я мог бы быстрее ехать, но вот пока... Если у вас нету фена, боюсь, вы мне ничем не поможете. Так. Это такое бывает редко в жизни, но такое бывает. Вы сейчас офигеете. У меня есть фен. Более того, у меня есть розетка в машине на 220. Нихуя себе, блядь. И вы можете сушить волосы, пока едете. Не спрашивайте, вам просто нереально повезло. Я объясню, у меня дети занимаются танцами, и вчера были на соревнованиях. Они оставили пакет с косметикой и с феном, забыли забрать. У меня фен есть, расческа, фен, насадки на фен, все вообще. И у меня в багажнике есть розетка на 220. Я включу вам, и вы высушите волосы. Че, ну это вообще охрененно, прикиньте, это же просто нереальный фарт для вас. Сейчас я остановлюсь там за светофором, и мы сделаем быстренько. Че, так перестаньте назад, сядете, там метровый шнур. Вы спокойно сядете, вам даже в багажнике ехать не придется. Да, вообще огнище. Если можно, это... Да это круто, прикиньте, как вам вообще фартануло. Ну, наверное, ну да, как? Слушайте, это было бы замечательно. Спектр услуг, чувствуете, как расширился за те же деньги? Вот так вот. Вам, давайте сразу вы скажите, у меня, ну, расческа, я вам расческу дам и фен, вам нужны какие-то насадки? Есть? Да, конечно. Насадки нужны да, какие-нибудь? Ну, там просто насадок дохрена, или вам да? фен один спокойно хватит, я чтобы... Я думаю, фен и расческа, все, хорошо. Было бы этого просто... Все, хорошо. Господи, если вы меня сейчас спасете, спокойно, я просто... я сейчас всех спасу. Я же Чип и Дейл, знаете, про такие? Это хорошо, что я к вам села, просто шанс один на миллион, реально. Я говорю, такое редко бывает, но в этой машине бывает все. Сейчас, секунду. Назад садитесь. Да, конечно, сейчас. Что, у вас прям здесь розетка? Да, она у меня в багажнике. Отлично. Так, вот вам фен. Тяжелый? Так, сейчас, секунду. Ага. Шнур-то видите какой огромный, тут можно вон. Нормально. Да. Можно было назад не пересаживаться, в общем-то. Ну пробуйте. Сейчас. Ага. Сейчас. Расческу возьмите, расческу. Да, возьмите. Секунду. Я в шоке, серьезно. Прошу прощения, сейчас, все, сейчас. Слушайте, нет, вы меня так понять. Вручаете вообще. Работает фен, ну чтобы вы... Все, секундочку, секундочку. А что-то не включается. Давайте еще раз. Сейчас. Нажимайте. А он почему-то останавливается. Да блин. А, ёперный театр, я вспомнил, я же уже... Так, держите, сейчас все решим. Да. Держите себе. Я вспомнил. Не получится. Пересаживайтесь. С пакетом вместе садитесь. Вперед. Сейчас я вам все объясню. Аккуратно, не упадите там тут. Я вспомнил. У меня в тачке розетка-то есть на 220, но она с ограничением мощности. У фена мощность.
больше, чем 400 ватт, а у меня там только 400 ватт. Короче, не парьтесь, это не, с феном все в порядке, он... Мы сделаем следующим образом. Давайте так, раз я уже вписался в эту тему, у вас... Пристегнетесь? Да, извините. Я вам дам фен и расческу. Вы потом позвоните мне, и мы с вами пересечемся где-нибудь, когда у вас съемки закончатся. Я вас таким образом спасу, раз я обещал вам помочь, я вам таким образом... Фен оставите себе, положите вон себе в рюкзак, влезет, нет? А я, соответственно, вы потом мне отдадите. Ну, как-то неудобно. Да перестаньте, господи, ну мне фен точно сейчас не нужен, детям моим тоже. Я целый день буду на смене, когда у вас съемки закончатся, я вам телефон оставлю свой, вы мне позвоните, и мы с вами пересечемся. Где мы там будем? Ну, вы ко мне подъедете, не знаю, где-то там встретимся. Ну, решим вопрос. Спасу вас. Окей? Спасибо. Чтобы вы не были, чтобы вы не грустили. У меня слов просто нет, я ну просто... Чувствуете, какие герои работают в Яндекс.Такси? У меня есть... Красный плащ. И у меня есть плавки поверх колготок красного цвета. Я правда их не ношу. Главное, что у вас есть фен. Главное, что у меня есть фен, да. Поэтому... Я не знаю, как вас благодарить. Да просто скажите спасибо, мой герой. Вот что-нибудь такого плана. Вы меня так выручаете. У меня просто даже ничего с собой нет. Да мне ничего и не надо, еще раз говорю. У меня все в порядке. У меня все есть. Модель, я шоколадки не ем, но... А я тоже шоколад. Не ем. У меня есть банан. Да перестаньте. Банан на чай? Ну, в качестве благодарности. Это прямо... Не, ну, давай, я не могу отнять у вас еще и банан, реально. Ну, это, блин, прям, ну... Вы даете мне фен, берите банан. Блин, ну, спасибо за банан. Нормальный обмен, да? Дайсон в обмен на банан. Я классно? Считаю, неплохо. Я тоже так думаю. Вы прямо... А вы умеете торговаться? Ваш отец не Дональд Трамп часом, нет? Это прям забавненько. Так, ладно, мы почти уже приехали с вами. Слушайте, давайте мне телефон. Да. Блин, да, сейчас. Вбейте, пока едем сами, да, телефон да, вот да, сюда. Да, мне да, свой, да. Все. Пишу. Сейчас. Да. И нажмите позвонить, чтобы он остался. И у вас мой там остался. И все. Все, я оставила. Все, спасибо вам огромное. Это просто... Да, вы меня правда спасаете. Не спешите. Ну, во-первых, вам просто повезло. Мало того, что просто есть фен, что он еще на самом деле крутой. И вы его сейчас оцените реально. Это еще один охрененный бонус. Все, мы приехали. У вас там безнал. Да, за банан спасибо вам большое. Я вас наберу, хорошо? А нет, вы меня наберете. Съемка закончится, вы меня наберете. Да, да. Не потеряйте. Шнур длинный, крепко, смотрите аккуратно. Да. Все, спасибо вам огромное. Я побежала. Хорошего вам дня. Да, счастливо. Еще раз спасибо. Спасибо за банан. Благодарю. Блин, банан огонь. Банан клевый. Прешь его. Прешься от банана. Я прусь от банана, друзья мои. Да, я супермен, я крутой чувак, я помогаю всем вокруг, и если есть такая возможность, я всем помогу. Если сейчас сядет голодная мартышка, макака, орангутан или горилла, я предложу ей банан. Да, а то вы думаете, что я только красивым девочкам фены раздаю дорогущие. Да на самом деле ни хрена он не дорогущий, поскольку вы же знаете, что я парень достаточно экономный. Вот, поэтому я... Если есть возможность где-то сэкономить баблишко, я обязательно это сделаю. Да. Обязательно это сделаю. Ну и, соответственно, не потрачу много денег. Просто сейчас из вас начнется там литься. Женек, фен за 70 косарей поменял на банан. Ты че, дурачок, хрен с кулачок? Нет, друзья мои. Ну, во-первых, у меня нет ощущения, что она меня... обманет, это первый момент. И второй момент, я, конечно, бы не стал покупать фен за 70 тысяч. Я бы обязательно сэкономил. И я сэкономил! И если из вас кто-то сейчас начнет писать, Женек, где? Да все в том же месте, на самом деле, где я в свое время покупал и наушники, и все остальное. Магазин без проводов. Я понимаю, что сейчас начнется...
где взять, что достать, а этих сообщений после таких моментов кучами сыпется, я оставлю в этом самом. В описании, короче, вам оставлю, если кто забыл. Вы туда придете и все себе приобретете. Вот. И у них там, кстати, за, по-моему, до сих пор, вот я не помню, да, по-моему, до сих пор у них от меня есть скидос. Да, от меня есть скидос 5%. Да, нужно сказать, промокод таксихайп, по-моему. Да, промокод таксихайп еще с часов и с наушников осталось. Да, промокод таксихайп. Промокод таксихайп, 5% они сделают скидку. Или какой-нибудь подарочек сделают. Короче, все нормально будет с вашими пожеланиями. Вот. Ну и все, чё. Делайте людей счастливыми, друзья мои. Пускай у каждого таксиста будет фен в машине, чтобы на всякий случай можно помочь было таким прекрасным девушкам. И, господа китайцы из фирмы «Танк», вам чё, сложно было поставить 4 аккумулятора, чтобы мощности хватило, и девушка высушила волосы прямо у меня? Это недоработка. И зря я купил «Танк». Ну что ж такое, блин, надо было так и ездить на «Жигулях». Да, правильно говорят вот эти люди. Китайское говно купил. Лучше бы «Лада». Не хочется, а надо. Ладно, 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 ладно. Ладно, 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 ладно. Куплю себе еще 2 фена. Не, ну а вдруг вместо банана девушка скажет: «За Дайсон? За Дайсон? Едем в номера!» Такое тоже возможно, и я, конечно же, откажусь. Ведь я очень люблю бананы, а не девушек в номера.